понял, то что они вообще позвали херня людей. Ну. Так они еще и палатки решили не брать, спать под открытым небом. Дерьмо, конечно. Здравствуйте, мои дорогие. Сейчас я прямо вот зайду в воду, блин, с телефоном. Среди уточек. О, рыбаки, все дела. И тут я такой красавчик. Мужчина в полном расцвете сил. Надо учитывать, что здесь резкий срыв, поэтому... Здесь резкий обрыв, поэтому надо быть осторожным. Я отошел всего лишь на 1 метр, а уже, блин, мне по пояс. Короче, каждые 300 сантиметров... Тут забега можно так прыгнуть сразу. Да, здесь, короче, нырять можно. Щучки. Ой, классно! Ой, ой. Там так стал? Да, уже стою. Можешь щучки забежать прыгнуть? Так легко. А что на дне? На дне ракушки. Бля. Знаешь, что я придумал? Чего? Походи там, посмотри по бокам, может там мелко. Мелко там дальше должно быть. Думаю. Здесь просто на повороте так. Так посмотри, может это только твое место. Не знаю, хорошо здесь как-то. Так походи. Занят, сливаю я конденсат. Сейчас трамплин сделаем. О, да что тут его делать? И так можно нырять. Не, разбежался и нырнул. Надо так, чтобы еще и вынырнул прямо возле моста, знаешь, как классно. Ты хочешь еще с буйка по этому попадать? Да. Прикольно. Тема супер. О, классно, классно. Блин, правда, тут вот фигня белая, блин, как будто накончал кто-то. Да так много, блин. Короче, дно все такое в ракушках, ракушках, ракушках. А, у раки, ракушки, ракушки. Ну, показалось. Ракушка острая просто попалась. Сейчас самое красивое, знаешь что? Вода отражение на берегу. Да. Отражение воды у берега. Вот сейчас это самое такое красивое. Тихо-тихо-тихо. Давай. Буёк. Кстати, классно я придумал. Вот так вот прыгаешь и все. Классно. Тоже попробуй. Думаешь, с буйка вот так вот прыгнуть, да? Да. Бред полный. Да не щучки даже, а просто бомбочка. Мне кажется, это ерунда. А так я смогу выше распрыгнуть. С разбега. А если подскользнешься, он же круглый. Я просто, знаешь, вот так просто один раз встану и не буду вот так вот делать. Реально упаду. Там, блин, правда, один раз попасть, и все. Почему все говно плывет? Не кончается, а? Он будет выходить. Только знаешь, что меня бесит? Подскользнулись и жопой сяду на вот эту херню. Да, отличная тема. Отличная тема. Для кого как? О, ё-моё! Что? Да ты вообще, да? Надо выходить. О! О, супер! Вышел. Не, я сейчас зайду, я просто ролик закончу. Да. О, он же шатается, это же смотри. Да мы что-нибудь поставим, чтобы не шатался. Чтобы не шатался, надо в песок его внедрить. Туда внедрился. Ну все, но я не рисковал, конечно. Подскользнулся, ногу вывихнул. Да? Это рисковано. Да. Буёк. Если можно поставить, чисто фотку. Пофоткаться. Ну что ж. Да, и что ты предлагаешь? Я предлагаю покупаться нормально. Я не знаю. Думаю, если тебе, ну, как бы, оно очень хочется, то очень хочется, тогда очень делай. Потому что когда что-то хочется, надо делать. Вот я хотел детей. Я сделал детей. Теперь не хочу. Детей, все, я не хочу детей. Нет, теперь не хочу. Я элементы. Надо искать работу. Видишь? Цель. Должна быть цель в жизни. Пусть у вас будет тоже своя цель. Счастья, удачи, любви и успеха. Это канал Буфляр, канал свободолюбивого человека, который живет на природе. Живет.
живет в городе, на семи холмах, короче, всякая фигня, короче, кстати, и даже один холмик у меня на голове, да, у тебя.